Вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні 30 серпня. Прямий ефір на YouTube 24 каналу. Вітаю нашого гостя з великою повагою, політтехнолог Михайло Шейтерман. Пане Михайло, вітаю, слава Україні! Слава, здравствуйте, Ігор. Традиційно хочу нагадати вам, що знизу буде активна ссылка на YouTube-канал Михайла Шейтермана. Там зараз є більше півмільйона вже підписників. Відповідно, кожного дня оперативно там оновлюється актуальна інформація, що відбувається в світі і в Україні. Тому закликаю вас справді підписатися, тому що це кваліфіковано, інформативно, ну і тримати себе в курсі подій, що відбувається в світі, дуже важливо. Пане Михайло, в першу чергу згадаємо, звісно ж, про те, що Україна втратила F-16. Навіть не так, ми втратили дуже кваліфікованого і хорошого пілота, героя України, без перебільшення, це є товариш також Джуса, так, в нього теж позивний Мунфіш, ось цей наш герой. Вчора Генштаб 29 серпня офіційно повідомив, що таки є втрата цього літака і, відповідно, загинув пілот. Пане Михайло, наскільки втрата F-16 і, звісно, загибель пілота, це є нормально, як би це цинічно звучало, в цій війні? Тому і от взагалі підхід, що ми зразу Сили оборони оголосили про те, що справді є така проблема. Во-первых, Сила обороны, насколько я понимаю, не сразу сообщили. Сначала это все куда-то уже просочиться успело. Я не помню, честно, кто первым сообщил. Чуть ли не кто-то из американских СМИ сначала сообщил, а наш генштаб через несколько часов. Поэтому было бы странно, ну, отрицать, когда там откуда-то просачивается, зачем. Иначе возникла бы конспирология, россияне бы закричали «Ура, ура, мы сбили». А тут, ну, это трагедия случайности. То есть, очевидно, уже все понимают, что никто ничего не сбивал. Либо это дружественный огонь наш же собственный, что бывает, конечно, либо это там, ну, никто не знает, да, причин. То есть мы точно знаем, что это не сбитый россиянами самолет. Вот это точно факт. Кроме того, что это большая трагедия наша, просто люди, человеческая, да, то это, вот честно, ну, на войне мы теряем много чего, и много техники, и самолетов, и чего угодно, что-то в результате ошибок, что-то в результате вражеской деятельности, и самолеты мы будем терять, конечно, будем терять. Но мы же радуемся, когда сбиваем российские самолеты. Мы их сбили, по-моему, 360 самолетов, 360. И у нас, я думаю, потери общие, это мы так громко стало, потому что это первый F-16. Давайте, а сколько потеряла Украина самолетов? Ну, это точно десятки. Точно десятки самолетов. Сколько погибло летчиков? Ну, точно десятки погибли. Поэтому этот случай громкий именно из-за того, что это F-16. Ну, возможно, наши еще там где. Тут вопрос только один. Это связано как-то с F-16? То есть это потому, что наши еще как-то не научились там ПВО, средства работать с F-16 или что произошло? Вот это мы не знаем. Но в этом разберутся без нас и достаточно быстро, я уверен. В чем причина ошибки, например, если это был дружественный огонь? Пане Михайло, до речі, про хронологію, якщо не помиляюсь, першим згадав мер Луцька, так, звідки це і є родом наш пілот. Він згадав просто, що вшануємо наших загиблих, полеглих воїнів, і вже далі почали розуміти, що це пілот, полковник, людина, яка літала в Сполучені Штати Америки, лобіювала активно з Джусом. До речі, була річниця загибелі Джуса, теж пілота нашого. Лобіювали нам передачу F-16. Пане Михайло, також хотів би згадати, тому що важливо наступне. От країна-агресорка Росія і Путін. Путін вперше відвідає країну, яка має ордер на його арешт. Це Монголія. Він має летіти в Монголію. Вже офіційно повідомлено, що це буде 3 вересня. Ну, як це сприймати? Навряд чи ж, правда, його заарештують і там він сяде за ґрат або буде в наручниках. Такого ми не побачимо. Монголия подписала этот самый действительно римский статут в 2000 году и ратифицировала, поэтому есть определенные с этим сложности, да, причем там судья из Монголии, который судья Международного уголовного суда. Это странная история в том смысле, что, ну, во-первых, давайте посмотрим, полетит ли, вот прямо, да, во-вторых, Монголия, она демократическое государство, черт возьми, да, там есть президент, премьер, там есть выборы. При этом Монголия, конечно, да, она в чем-то играет с Россией. Вы знаете, наверное, что Монголия принимала участие в разных таких путинских мероприятиях уже во время войны,
Когда был Дальневосточный у них экономический форум, там был премьер-министр Монголии приезжал. В какой-то момент куда-то приезжал, по-моему, президент Монголии, могу ошибаться, ну, какой-то из российских этих форумов уже во время войны. В то же время бывший президент Монголии, как вы знаете, рисовал карты, где говорил, что вот Монгольская империя, Россия – это часть Монголии и так далее, и так далее. И, кстати, Мария Захарова, если вы помните, оскорбила лично бывшего президента Монголии словами «косорылым фашистам слова не давали», сказала Мария Захарова про бывшего президента Монголии. Поэтому много что связано с Монголией в этой войне. Самая продолжительная, по-моему, одна из самых продолжительных границ Российской Федерации, кстати, идет с Монголией. И тут, ну, надо будем посмотреть, называется. Но сегодня они договорились о том, что, типа, Путина не арестуют. Но в Монголии могут быть разные силы. В Монголии могут быть демонстрации за то, чтобы арестовать Путина. Так же тоже может быть. Поэтому здесь точно есть интрига, как минимум, давайте так скажем. Китай, например, да, все говорят, Монголия зависит от Китая. Что правда, экономически 87% экспорта Монголии идет в Китай. 87%. Да? В советское время все это шло в Россию, сейчас все это идет в Китай. Но монголы хотят быть частью цивилизации. И я главное уверен в том, что там есть разные политические силы. Если с одними договорились не арестовывать, то это не значит, что другие будут молчать. Пане Михайло, і по важливостях події, я так трішки перескакую, але аби все згадати, от сьогодні п'ятниця, і мають в Сполучених Штатах Америки зустрітися міністр оборони, умір, керівник Офісу Президента Єрмак із Ллойдом Остіном, очільником Пентагона, і начебто продемонструвати, показати цілі, по яких хотіли би Сили оборони України бити по території Російської Федерації. Одночасно The Telegraph каже, що допоки в Білому домі є Байден, ніяких дозволів ми не отримаємо. І взагалі ця історія з ракетами ТКМС, які ми маємо, але не можемо наповну використовувати, начебто там всяку кажуть, що Росія відвела 90% своєї авіації з радіусу дії цих АТАКАМС. Потім Інститут вивчення війни каже, але є ще 200 інших цілей. А тобто, чи можуть бути якісь, ну, недомовленості, чи можуть бути якісь контакти між Москвою і Білим домом, тому що авіацію відвели. І тут актуальність АТКМС вже мимоволі і зникає, тому що ми то і хочемо бити, але якщо там немає літаків, то для чого тоді бити? Тобто, і чому стримує ескалацію Сполучені Штати Америки? Ні, ну то, що Байден намагається там збігати ескалацію, ми знаємо, все так. Но ведь сколько раз мы его уже уговаривали, ни в одно лицо, ни сами, на сколько вещей его удавалось подвигнуть, того же Байдена. За время войны он и хаймарсы не собирался давать, как мы помним, и танки не собирался давать, ну и про самолеты много чего плохого говорил. Но нет, F-16 они оборудовали и самыми современными вооружениями, и системами РЭП. Это те F-16, которые давали Нидерланды. Давали датчане, но американцы их переоборудовали перед тем, как нам передать. Обучают летчиков наших, поэтому все это постепенно сдвигается. И этот пункт, который называется «дайте нам бить в глубину территории Российской Федерации», его тоже можно сдвинуть. То есть наши абсолютно правильно делают, что пытаются с этим работать разными способами. Такой способ, как «а вот вам список целей», это ведь тоже один из способов. Типа «не вы нам разрешите, куда хотим мы бить». А вот давайте договоримся сразу, что только 200 целей. Вот они. Вот мы. У нас есть аргументы в их пользу. А предположим, Байден скажет, знаете, мне вот я посмотрел ваши цели, мне из этих 200 вот 50 устраивает. Может быть такое в принципе. Может быть такое. Нас это устроит, но это уже лучше, чем ничего. Мы же всегда просим много, чтобы добиться чего-то. Поэтому это вполне реалистичный план, как мне кажется, во-первых. Во-вторых, он зависит не только от успешности наших переговорщиков, к сожалению, но и от политической системы, ну, от политических, вернее, извините, политической ситуации в Соединенных Штатах Америки. До выборов осталось 2 месяца. Выборы в США. И вот у нас нет таких данных, а у Байдена они есть. Причем даже, ладно, Байдена оставим, у его помощников, у тех, кто там вместе с ним принимает решения, есть такие данные. У них есть общая цель, чтобы Камала Харрис стала президентом США. Это точно мы понимаем, что это цель Байдена сегодня. И успех Камалы Харрис или неуспех, в том числе малюсенькая составляющая ее успеха или неуспеха, это наша война. Не самая большая составляющая, маленькая составляющая, но есть. Вот, например, 10 числа, через там 2 недели, даже меньше, предположительно пройдут дебаты между Камалой Харрис и Трампом.
Вот этот момент, сами дебаты, дадут огромную почву для социологических исследований. То есть там Камала Харрис выскажет позицию по иммиграции, по там, чему еще, по экономике Соединенных Штатов Америки, и в том числе там, по Китаю, и по украинской войне, и по ситуации, и свою позицию по России. Точно так же это же выскажет и Трамп каким-то способом. Так или сяк, но выскажет. И дальше социологи сядут и по каждой из позиций будут выяснять, эту позицию, грубо говоря, в электорате выигрывает Трамп или выигрывает Камала Харрис. И тогда будет ясно, ей нужно сейчас агрессивную какую-то политику вести по отношению к России или, наоборот, замалчивать эту тему. Вот такая будет дилемма. Ей нужно на этом фронте политическом прибавлять или нужно на этом фронте оборонять свои там проценты, которые, например, у нее уже есть. Ну, например, если позиция по войне будет в пользу Камалы Харрис по сравнению с Трампом у электората, то она не будет предпринимать резких шагов. Ну, как она? Байден не будет предпринимать резких шагов и не будет нам ничего разрешать. Но если выяснится, что там Трамп выступил сильно, а Камала Харрис послабее, то наоборот, уже Камале Харрис понадобится как бы чего-то там такое сделать, какие-то резкие агрессивные шаги. И тогда вот я для нее придумал, ну так теоретически, да, вариант, приехать в Киев. Она же не была, и можно перед выборами съездить в Киев. Это один вариант. Ну и второй вариант, это да, разрешить вот это самое использование оружия. Поэтому мы абсолютные заложники предвыборной ситуации в Америке. Вот, с одной стороны, с другой стороны, мы должны сделать свою часть работы. Наша часть работы – это вот то, что сделали в офисе президента и в правительстве, подготовили вот этот план. Дальше он будет зависеть, правда, не лично от Байдена, это не настроение Байдена, типа «хочу, не хочу». Это выборы. У них все равно сейчас цель – победить Камалу Харрис на выборах. Пане Михайле, до речі, от ви згадали про 10 вересня, де мають бути дебати. Там зараз йдуть якісь в них недорозуміння, бо Камала Харрис каже, як колишній прокурор, каже, що хоче, щоб мікрофон був включений. Трамп відмовляється, щоб був постійно увімкнений. Але чи я правильно розумію, що в більшості очікують саме на те, що зробить Камала Харрис. Тому що Трамп, очевидно, вже плюс-мінус знають, що він на дебатах може сказати, як сказати і що він буде говорити. Але от хотів вас запитати, ви дуже гарно описали кроки демократів, кроки Камала Харрис. Все залежить виключно від контрасту, як будуть себе поводити республіканці. А от що брати персонально, якщо можна так брати? Камала Харрис, є якесь інакше відношення до війни в Україні? Чи це абсолютно лише політика партії? Ну, пока это относительно чистый лист. Относительно чистый лист, конечно, насколько это вообще возможно. В каком смысле относительно? У нас в любом случае у Украины есть двупартийная поддержка в Америке. Она просто есть. И это доказано многими. Вот сейчас, когда представляют план победы, Зеленский сказал, что у нас готов план победы, он поедет его представлять. Но это не первый план победы, а второй. Первый представляли в январе три республиканских конгрессмена, главы комитетов республиканских, глава комитета по обороне, по иностранным делам, по разведке. То есть они уже это делали. И это республиканцы. Это республиканцы поставили вопрос о голосовании на 61 миллиард, и они это приняли. Поэтому у нас точно двупартийная поддержка. Камала Харрис не может от нее отступить. Она не может сказать, она не может стать, условно говоря, там, Илоном Маском или Папой Римским и сказать, а мы не будем, или там Орбаном, и мы не будем помогать. Конечно, будем. Вопроса вообще не стоит. И она, кстати, это все уже не раз декларировала. Вопрос такой относительно нее. Это на какое место она поставит это в своей политике? Вот представьте себе, ей говорят, ваши 5 задач на президентство. Она может среди этих 5 задач назвать победу над Россией или не может? Да? А может не назвать. Дальше. Это можно назвать словами «защитить Украину» или «победить Россию». И это огромная разница. Вот прям огромная. Если бы это была Ники Хейли, которую мы еще с трудом, но помним, она бы сказала победить Россию, а не защитить Украину. Это была война с целью победить Россию, уничтожить российскую военную машину и путинский режим. Ники Хейли, видимо, будет гораздо мягче, да, в этом вопросе. Поэтому у нее есть, как бы, как сказать, у нее есть где место для маневра сейчас. Другое дело, что это будет совершенно по-другому, когда мы сейчас говорим только о ее предвыборной политике. Дальше все будет зависеть еще от другого совершенно фактора. Мы же не забываем, что там еще есть команда, которая еще не назначена. И в этой команде будет, например, новый госсекретарь, новый советник по национальной безопасности,
Вот кого мы увидим на этих постах? От этого зависит очень много. Ну, просто вот реально очень много. И это все совершенно... То есть мы понимаем, что это за Украину. Какие сомнения? Понимаем. Но это будет за Украину, в смысле, мы вам дадим... Мы пошлем вам войска свои, своих инструкторов, и дадим вам вместо 60 миллиардов 100 миллиардов. Или за Украину, да-да-да, мы будем продолжать политику Байдена. Вот такой у нее примерно есть запас выбора. И мы увидим это по ключевым фигурам, которые будут назначены, по их первым словам. В начале войны, нашей полномасштабной, это не я сказал, это сказал Пиантковский, я помню, что вот он тогда назвал Блинкена лидером свободного мира. Потому что тогда, в начале полномасштабной войны, буквально несколько человек по очереди брали на себя роль лидера свободного мира. И среди них не было Байдена в начале войны. Байден потом уже все это подхватил. Первым был Блинкен, который просто вот 2-3 недели... Все ключевые речи, всегда это был Блинкен. Всегда. И все там, вся агрессия по отношению к России, все требования снабдить нас оружием, деньгами и так далее. А потом это стал Джонсон, который приехал в Киев первым из таких ярких лидеров и так далее, и так далее. Вот понимаете, да, о чем я говорю? Почему это все может быть вполне там, в январе или когда там у них инаугурация, и на первые роли неожиданно выйдут совершенно новые лица. Ну, будемо чекати, пане Михайле. Ви згадали про план перемоги, який оголосив Володимир Зеленський, який планує передати трьом особам, які ми вже згадували, це Джо Байден, чинний президент, і кандидати. Камала Харріс і Трамп. Про Трампа ще згадаємо, бо він сьогодні згадав і Трюдо, і Фіделя Кастро. Я взагалі не знаю, що там твориться, але запитаю вас. Так от, про чотири... кроки, так, напрямки до перемоги. От мене цікавить, найбільше тривожить, цікавить план дипломатичний, так, тиск на тих, хто може впливати на Росію. Очевидно, це, напевно, Індія і Китай. От мені тут видається, що наміри відрізняються від того, які є можливості. Тому що, звісно, теоретично давити на Індію і Китай треба шукати... Але яким чином? Чому Індія повинна відмовитися від дешевого ресурсів Росії? Чому Китай повинен відмовитися від того, аби за безцінь брати нафту з Російської Федерації? Як цей план має втілюватися, на вашу думку? Во-первых, этот план можна рассматривать только в комплексі. Тобто там ще 4 пункти больших, системних. Вони, в общем-то, як енциклопедія, да? Потому що це в любой войне. Ну там, мені кажется, вот из всех составляющих любой современной большой войны, там нет только одной, это, вы будете смеяться, вот нашей с вами, да? Там нет медийно-пропагандистской. Почему? Потому что это не в руках Байдена или Харриса или Трампа, это в руках свободной американской прессы, и с ней разговор отдельный. Там 4 остальных составляющих. Вот в войне современной примерно, я сейчас скажу, 5 составляющих. Я такой. Первая часть такая милитарная, назовем, где вот движутся войска, вот то, что происходит сегодня в окопах там и на поле боя, это только одна из частей войны. Вторая часть – это военно-промышленные комплексы, соревнования военно-промышленных комплексов. И если вспоминать там Вторую мировую войну, то проиграл Гитлер не на поле боя ее. Не в том, что его солдаты хуже ездили на танках, или менее метко стреляли, или были менее храбрыми. Он проиграл ее потому, что на него обрушилась вся мощь именно военно-промышленного комплекса, потому что Соединенные Штаты произвели 20 тысяч стратегических бомбардировщиков. 20 тысяч. Вот мы сейчас, на нас нападает Россия, когда своими Ту-22, Ту-95, и у них речь идет про 30 стратегических бомбардировщиков, 30 штук. А у Соединенных Штатов было 20 тысяч, чтобы победить Гитлера. А еще у британцев отдельно это... Вот это такого же масштаба были самолеты. Или там Гитлер производил одну подводную лодку в день. Каждый день одна новая подводная лодка. Россия, по-моему, в год производит одну новую. Или в 2 года, или в 5, не знаю. Гитлер в день. Вот это соревнование ВПК. Этот пункт тоже внутри там есть. Он просто несколько замаскирован под слова «роль Украины в будущей системе безопасности». Дальше есть пункт про вот эту... Экономика, которая называется, это санкционное давление, вот это как бы окружение, разрушение чужой экономики, тоже вполне себе пункт. И какой там есть... ну и вот тут-то мы подбираемся к этой самой дипломатии. Она сама по себе, конечно, не работает. То есть нельзя взять и сказать, знаете, а мы будем вот только через дипломатию воевать. Так война не будет, не получится, мы это понимаем.
То есть просто начать давить, никто ни на что давить не начнет. А вот теперь давайте, если мы берем все действительно в комплексе, и мы говорим, там, современная война, это вот такая именно, не какая-то абстрактная, конкретно наша российско-украинская война, решает судьбу триллионов долларов, в том числе в разном виде. Они куда-то двигаются, эти триллионы долларов. Рушатся рынки, строятся рынки, меняются торговые пути. Например, Украина станет, скорее всего, огромным мегапроизводителем оружия по результатам этой войны, судя по технологическим нашим достижениям. И вот тут приходят к индусам и говорят, вы либо сейчас заработаете на покупке ворованной нефти вот этими теневым флотом, либо мы вас интегрируем в программу, там, не знаю, продовольствия для индусов на 20 лет. Вот мы подписываем США, ООН, там, Евросоюз, Индия. Подписываем договор на 20 лет. У вас в Индии в среднем недоедание столько-то калорий на человека, что правда. И если мы вас вписываем в эту программу, потому что это зерно будет расти в, не знаю, в Украине, а еще мы будем у России забирать в виде репарации это зерно и выдавать вам, не только зерно, продовольствие, то у вас в Индии за 20 лет, это же глобально надо смотреть, в больших цифрах, да? У вас в Индии за 20 лет в среднем люди станут выше на 3 сантиметра. Это ж так происходит. И здоровее, и жить будут в среднем на 8 лет больше. И это вырастет вашу экономику за 20 лет на 100% ВВП. А сейчас вы пытаетесь украсть 0,5% ВВП. И вот мы ставим перед вами выбор. Хотите вписаться в нашу глобальную программу или хотите сейчас нажиться на конкретном барреле нефти? Вот с Индией разговор будет именно такой. Потому что для Индии Россия это не стратегия. Для Индии стратегия – это США. Индия – англоязычная страна. Это же англосаксы, понимаете? Индусы – они англосаксы. Они не могут быть частью российского мира, там, русского мира и чего угодно. Они могут быть только англосаксами, чем и являются. Вот. Поедете, не верите, съездите в Лондон. Да? Вот. Поэтому с Индией разговор будет такой. Если мы говорим про Китай, там по-другому вообще, понятно. Потому что Китай сам создатель рынков, а не участник рынков. Поэтому с ним вот так не поговоришь, с такой позиции. Но с ним тоже можно торговаться. То есть понятно, что он поставил в каком-то смысле на Россию, но не на победу России. Большая разница. Китаю не нужна Россия, не нужна победа России, а Россия нужна. И с ним, я думаю, ведутся разговоры там, о разделе зон влияния, например, в будущей России. То есть ему как бы отдаются какие-то куски той самой России. Не обязательно это нефть. Это вот прямо не про нефть. Нефти у Китая хватит без россиян. Ему нужна вся эта территория в целом, как некая зона влияния и так далее. Ну, какие-то разговоры могут быть. Поэтому наши, опять-таки, в нашем плане, я уверен, что все это не расписано так подробно, как я сейчас говорю, а расписаны в целом вектора, что вот давайте выделите группу, которая будет работать против Индии. Ну, не против, а за Индию, да? И группу, которая будет работать против Китая. Выделите нам из Госдепа там 5 человек на индийское направление и на китайское направление. Это зависит реально от выделения 3-5 человек. Потому что либо мы с вами поговорили так между делом про Индию, а представьте себе, сели в комнате 5 таких образованных очень американских людей из хороших университетов, международники, которые знают Индию как свои 5 пальцев, которые работали в посольстве в Индии и так далее, садятся и разрабатывают вот такую программу, как я вам сейчас рассказал. Но я вам скажу, что за несколько месяцев мы бы, вот если бы я им ставил задачу, мы бы за несколько месяцев такую программу разработали, показали бы премьер-министру Моди, откорректировали и пришли бы к согласию, и Индия бы сказала, мы больше не покупаем нефть у России. Просто больше не покупаем. Вот. С Китаем, ну там, не знаю, тоже что-то, я уверен, можно было бы создать. Вот об этом, я думаю, идет речь, когда мы говорим, что можно наших союзников, можно большие страны перевести на нашу сторону в этой войне. Но, точно так же, как это все работает только в комплексе со всем остальным, но и это само по себе ничего не решит. То есть даже если Китай и там Индия перейдет полностью на нашу сторону, а Китай частично, это не гарантирует нам мгновенной победы. То есть не может, это иллюзия о том, что Путин ждет звонка от товарища Си, и как товарищ Си позвонит, так он и сделает. Нет, это не так. Ну, пане Михайло, я вам скажу, знаете, до вашої, скажімо, спіча про Індію, я думав, так, ну а як говорити з Індією? Після того, як ви зараз так швидко розклали, так, я таки думаю, а, так можна говорити. Ну, тобто, отак вона працює, так, як ви кажете, 5 людей збираються і можуть будувати стратегію і пояснювати. Ну, я зараз зовсім інакше за 5 хвилин подивився на ситуацію з Індією. Вам велике дякую за це.
Так, а знаете, в общем-то, разговоры так и ведутся там, потому что, ну, вот со мной, когда я там приезжал, меня просили некоторых людей, скажем так, некоторым людям показать картину происходящего в Украине. Так как я много говорю, то я и много читаю социологии, я ее выучил уже все наизусть. Все цифры, как здесь, что. И интересует, там есть начальники разных отделов. Там, например, отдел Турции, да? Отдел Турции интересуется, какие у нас, у украинцев, отношения с Турцией. Нет, он знает всю статистику, он знает, сколько ВВП там турецкого или сколько байрактаров нам поставлено, он знает. Но как, про какой процент жителей там, вот если, например, после войны Турция предложит взять у нас в аренду Крым, как отнесутся украинцы? Нет, не дай бог, не территориальные претензии, да, а в экономическом смысле. Вот это вопрос, которым они по-настоящему озабочены, и они этим сейчас занимаются, не потом. Да, пане Михайле, от ви згадали про Туреччину, я думав, пізніше звертатися, але вже прив'язали ми. От Atlantic Council каже, що і кнутом, і пряником, що Туреччина хоче начебто покласти край цій війні в Україні і може мати якийсь план. Чи справді Ердоган може мати план, у мене питання. І, знаєте, принаймні, от ви казали про введення війни, і там є медійно-пропагандистська річ, яку дуже активно використовує Росія, так? Тому що вона є ручна абсолютно, не є незалежною в Росії. От чи, і мені здається, що зараз якось Ердогану і Туреччині не зовсім до вирішення війни в Україні. Чи все ж таки Туреччина зацікавлена, аби ця війна припинилася, і мати, як ви кажете, з цього якийсь, можливо, зиск? Ну, Турція не може самостоятельно нічого зробити. От у нього якраз інструментів нет ніяких. Турція може вибрати правильну сторону, Турція може рішати точечні задачі, ну, наприклад, там, рівня обмін пленними, этот, коридор продовольственний, що много і важно. Или же Турция занялась газовыми вопросами очень сильно. Я думаю, что во многом благодаря Турции российский газ не идет в Европу в том числе, потому что Турция привлекла с Кипра газ, что-то там с израильским газом делает и так далее. Да, программа у Турции – это азербайджанский газ, туркменский газ, то есть много чего. Турция много чего делает, но все-таки Турция недостаточно велика. Просто вот недостаточно велика, поэтому поверить в то, что Турция способна остановить такую войну, нет. Такая война, тут, кстати, прав Зеленский сформулировал, но это как бы было, да. Он сказал, что теоретически некая договоренность о прекращении огня или о мире возможно по формуле, как мы договаривались про зерновой коридор, когда мы с кем-то договорились, россияне с кем-то договорились, и эти две договоренности вместе работают. Но вот этот, тот, кто стоит посередине, Зеленский назвал всего три организации, которые это могут быть, что это либо США, либо Китай, либо Евросоюз. Ну, я бы, наверное, отредактировал это тем, что это либо США, либо Китай, либо НАТО, потому что Евросоюз не обладает военной силой, чтобы заставлять кого-то. Вот это теоретически, то есть никто не собирается с Китаем этого делать, это невозможно, да, но даже в теории. Турция там не может стоять между большой Россией, самой большой ядерной державой в мире, и между Украиной, которая сейчас самая большая безъядерная армия мира, ну, как бы по факту, да, самая сильная, уж как минимум Европы, Турция там встать в середине не способна. Просто у нее не хватит на это сил и ресурсов. Я думаю, что, кстати, я не читал эту статью, о которой вы говорите, но есть один человек, кроме Эрдогана, который этим занимается. И зовут его Роман Абрамович. Да, и Роман Абрамович, собственно, вот все, что мы, когда мы говорим, слышим, что в Турции прошли переговоры, или Турция инициировала, это Роман Абрамович инициировал. Естественно, что он делает это в интересах Российской Федерации, само собой, как представитель Российской Федерации, а не нейтральный какой-то игрок. Ну и уж напечатать какой-то материал в Atlantic Council для Романа Абрамовича, это не за деньги, понятно, что это не подкупная совершенно организация Atlantic Council, я не к этому говорю. Но есть же опинион-мейкеры, да, которые работают у Абрамовича и спокойно способны продвигать такие мнения. Пане Михайло, офтопове запитання, тому що от феноменальність Романа Абрамовича, вміння його домовлятися. Тобто, це ж я зараз не вигороджую та цю особу. Там феноменальність може мати знак мінус і знак плюс. Тобто, але от в чому є, я от ніколи не можу зрозуміти, в чому ця от така здібність феноменальність. Я намагався десь почути, там слухаючи якісь інтерв'ю Березовського, який казав, що
здатність Абрамовича створити комфортні умови при найгіршій ситуації? Тобто це вміння переконувати в особистих бесідах? Нет, я думаю, что нет. Кстати, Березовский мне говорил про Абрамовича, что умение главное Абрамовича, это, как он говорил, залезть под кожу к другому человеку, то есть настолько его прочувствовать, да, и так далее. Но сегодня с задачей залезть под кожу справляется чат-GPT, если правильно им управлять. Он вам все про другого человека расскажет. Я думаю другое. Я имел возможность ознакомиться с тем, как работает Абрамович, когда с ним мы судились. Ну, не я, судился Березовский. А я присутствовал на протяжении всего этого процесса внутри команды Березовского. И в том числе вот эти несколько месяцев, в которые шел сам процесс, я все видел, и всех его людей, и как все происходило. Плюс я, так как я очень интересуюсь этими несколькими персонажами в России, олигархическими, кто они, что они делают и как, то я послушал все интервью, где упоминался Абрамович, хоть как-то, где люди о нем что-то рассказывали. Не так много этого есть. Так вот, в том, что я убедился, это всего лишь мое вообще скромное мнение, что Абрамович, вот это редкое качество для очень богатого и очень крутого бизнесмена. Он собирает вокруг себя команды людей, вообще отбирает людей, значит, по принципу только лучших. Вот прямо он спрашивает, кто лучший в мире в этом вопросе? В мире. Не где-то, а вот в мире кто лучший? Кто лучший тренер мира, спрашивает он. Ему говорят, Мауриньо, везите Мауриньо. Любой ценой, мне не важно, сколько он будет стоить, потому что это один человек, он не может стоить миллиард, да, один человек. Но дайте мне лучшего, вот самого лучшего. Игроки дальше могут быть не лучше, но тренера дайте мне самого лучшего в мире. Так он поступает в любой ситуации по любому вопросу. Он нанял для суда лучших тренеров по поведению в суде. В Лондоне есть такая профессия, прямо организации большие. Серьезно? Занимаются тем, что готовят вас к судебному процессу. Они стоят, естественно, безумных денег и так далее. Он нанял лучших тренеров мира. Он нанял лучшего адвоката Великобритании на тот момент, лучшего. Причем он нанимал этого человека, я уже забыл, как его звали. Он был его главным, баристером в суде. И он должен был, этот человек, Симпсон, он должен был стать членом Верховного суда Англии. Что вершина карьеры для любого адвоката. Стать вдруг главным. Частью Верховного суда Англии. А это очень там... Он ждал этого назначения. И когда его позвал Абрамович, так как цена вопроса была... То есть он за этот процесс получил больше, чем за всю жизнь. Понимаете? Mm-hmm. То Джон Симпсон, по-моему, его звали. И он написал письмо и попросил Верховный суд позволить ему вступить в должность на полгода позже. Ради того, чтобы побыть адвокатом Абрамовича. Вот так вот. Да, лучшего. То есть тут нужно два вещи. Этого недостаточно, того, что вы нанимаете лучших. Этого недостаточно. А дальше он им доверяет на 1000%. То есть сначала вы нанимаете лучших, а потом вы не вмешиваетесь, вы слушаетесь их. Вот Абрамович, это про него рассказывал, есть такой был комментатор спортивный, Василий Уткин, покойный ныне. Он всегда знал, что в любом кругу он самый глупый. Это он сам про себя говорил. Я сейчас сижу за столом, и я понимаю, что я здесь самый глупый. Что вот Василий Уткин лучше разбирается в футболе, Мауриньо лучше тренирует, Симпсон лучший там судья, а вот этот лучше разбирается в бизнесе, да? И когда ты нанял лучших, а потом ничего не стал им мешать, а сказал, я глупее вас, я сделаю, что вы скажете. Вот на суде было видно, он слушается своих тренеров. Просто дословно. Ему как говорят, он так и выступает. Он не пытается думать, вмешиваться и не пытается изображать самого умного из себя. Это огромное умение, очень редко. Таких людей я встречал в жизни очень мало, которые способны, руководя чем-то большим, добившись больших успехов, признавать себя, тем не менее, глупее других. І це точно, напевно, пане Михайло, не про Трампа, про якого далі хочу вас запитати. Конечно. Но ви знаєте, я очень надеюсь, прям лично, да, що это про Камалу Харрис. Що это прямо про Камалу Харрис. До речі, цілком може бути. Того ми ще не знаємо, але... Ми не знаємо, но це вот очень пока так виглядит. Про Трампа, пане Михайло, він знову ж таки їздить, говорить багато. Відверто я серйозно ці слова не сприймаю, але він говорить такі резонансні речі. Тобто він згадав про сили оборони України, які зайшли в Курщину, і сказав наступне: подивіться, що роблять сили оборони України, зайшли в Курську область, буде Третя світова війна. Наскільки цю фразу потрібно сприймати, чи лише її розглядати як протиставлення, аби щось нове дати з електорату, або
тим людям, які ще не визначились, а за кого ж голосувати. Тому що, сюди ж додам, зараз останні, наскільки я розумію, останні соцопитування, Камала Харріс випереджає на 1%, ще більше Трампа, але ті 7 ключових штатів, які от Wings, вони нібито більше за самого Трампа. Я опасаюсь сейчас говорить, кстати, конкретно про опросы, потому что очень разные, и там нет. Я видел и другое по сравнению с тем, что вы говорите. Есть там усредненные, вот есть, они проводят в неделю, грубо говоря, десяток опросов, разные организации внутри США, и дальше выводится, есть там какое-то издание, которое выводит среднее по 10 опросам, и вот этот разрыв между Камалой Харрис и Трампом растет в пользу Камалы Харрис последние несколько недель подряд. И были опросы, я видел много, где и ключевые штаты она тоже выигрывает, поэтому я не знаю. И уверен, что есть и такие, да. То есть мы пока говорим про неустойчивое равновесие между ними. По поводу Третьей мировой войны, вот этого аргумента. Да, кстати, вообще, вот это пресс, продолжая про... Я, извините, сначала даже одно слово буквально скажу. Что когда человек слушается своих, тех, кого он нанял, то есть считает себя глупее их, то это стратегия, которая долго работает. Вот, понимаете, Трамп, у Трампа уже сработало стать президентом, не слушаясь своих советников. У Березовского сработало, не слушаясь своих советников, стать самым богатым человеком России. Но кончилось для него все плохо. А для Абрамовича продолжается все хорошо на протяжении десятилетий. А Березовский не слухал, перепрошую, пане Михайло. А? Березовский не прислухався. Не прислухався, вообще, конечно, нет. Он считался самым, он самый умный в комнате, да, остальные помощники могут ему чем-то помочь, но он самый умный в комнате. А Абрамович самый глупый в комнате. Вот правило, да? А теперь по поводу Третьей мировой войны. Не первый раз все это сказано, потому что во время... Откуда это, я думаю, происходит вдруг у Трампа? От Илона Маска. Эти слова сказаны Илоном Маском про Третью мировую войну. Все это было во время их вот этого интервью, которое прошло сколько? 2 недели назад. Интервью Трампа и Илона Маска на... социальной сети Х. Там у них был кусок разговора именно прям про это. Что Илон Маск сказал, вот, Третья мировая война, и Трамп тоже, как же, Третья мировая война, из-за Украины имеется в виду. И Илон Маск стал говорить, вот, посмотрите, они недооценивают эту вероятность. А я все время говорю, Третья мировая война. Теперь, делая шаг назад еще на много месяцев, много прям, может, даже на год-два, мы снова вспомним, что про все это говорил Илон Маск. Он говорил, что если Украина будет пытаться освобождать Крым, то это придет к Третьей мировой войне. Это говорил Илон Маск. Поэтому надо, мол, подарить Крым России и там провести туда водопровод. Это прям текст Илона Маска из его твиттера. И когда ему, после этого ему задали вопрос, а это случайно не Путин ли вам рассказал? Он сказал, нет-нет, что вы, я с Путиным никогда не общался. А потом всплыла информация, что да, общался прямо лично по телефону с Путиным. То есть... Все это, вот заметьте, да, цепочка как. Путин сказал Илону Маску, что если украинцы зайдут на территорию России, будет, которую он считает, там, Крым в частности, будет Третья мировая война. Илон Маск с этим стал носиться, как курица буквально, да, в своем твиттере. И донес это до Трампа. И Трамп тоже теперь носится с этой идеей про Третью мировую войну из-за того, что Украина зашла на территорию Российской Федерации. Вот так эта идея овладевает массами. Причем... Теперь-то мы знаем, то, что раньше я говорил, а все смеялись некоторые, потому что это была самая смешная фраза, которую я говорил, что Илон Маск русский шпион. Но последние 2 недели показали, что это прям факт, да? Что куплен-то Твиттер на деньги Авина и Машковича, русских олигархов подсанкционных. Так что все оказалось, что так и есть, что все эти твиты Маска в пользу Кремля, в поддержку Кремля абсолютно не случайны. Но вот у этого тезиса есть антитезис. Есть тезис про то, что из-за того, что Украина зашла и так далее, Третья мировая и так далее. А есть газета «Вашингтон-Пост», которая на этой неделе выпустила материал прямо противоположного содержания. Что тем, что Украина зашла... Это большой материал такой, очень системно написанный, прямо с аналитикой, ну, вспоминая все факты 2,5 лет нашей войны. Там сказано, что вот благодаря этому заходу украинской армии в Курскую область удалось выяснить, что Третьей мировой войны не будет. Ну, практически там не сказано слово «Третья мировая война». Там сказано, Путин говорил, и дальше цитаты приводятся из него, то есть там люди поработали. А я помню, как он на Валдайском форуме в ноябре-декабре 2022 года говорил, что если будет затронута наша территория, мы применим все средства, говорит, повторяю, все, и это не блеф. Что Вашингтон-Пост однозначно интерпретировал, что это речь о ядерном оружии.
И дальше Вашингтон Пост пишет, как видим, это блеф. То есть сегодня мы видим, что это блеф. И дальше приводит еще 100 блефов Путина по поводу ядерного оружия. И вот зашли войска, и все, ничего не случилось. Поэтому пишет Вашингтон Пост. Сегодня возникает вопрос к американской администрации, к нынешней, не к Трампу, к нынешней. А в чем мы так слабо воюем-то тогда? Если выяснилось, что россияне не собираются применять ядерное оружие. А это уже выяснилось точно. Угу. И вы знаете, что, например, сегодня Путин, как мне вчера сказал Игорь Александрович Яковенко, там российский оппозиционный журналист, он говорит, ну, мы же выясняли, там, что Путин нарушает закон России тем, что не применил ядерное оружие. То есть он против российского законодательства его не применил. Должен был, обязан был как президент его применить. Ну так все наоборот. Поэтому это две точки зрения, которые будут состязаться обязательно. В том, ну не обязательно прямо на дебатах, но да, они являются состязательными на выборах. И я думаю, что с одной стороны, если опросить... У меня нет данных, я сейчас наугад скажу. Но если спросить американцев, боитесь ли вы России? Ну вот как бы... Боитесь ли вы там Третьей мировой войны, что Россию развяжут? То вам большая доля скажет, да, боюсь, 70% теперь вам скажут. Но если вам, вы зададите другой вопрос, хотите ли вы уничтожить Россию вместе с ее ядерным оружием? Вам 70% скажут, да, конечно, хотим, или 80%. Поэтому Камала Харрис будет вот на одних, да, на одном это на одном, хотя это и пересекающееся множество. То есть этот тезис не является ни однозначно выигрышным, ни однозначно проигрышным. Вот когда Трамп говорит, мы нельзя атаковать российскую территорию, нельзя заходить в Курскую область, вдруг Путин начнет Третью мировую войну. Он же выглядит слабым, а не сильным. Это же не речь победителя и винера, это же речь лузера и оборонщика. А она как бы противоречит имиджу Трампа. Понимаете? Mm-hmm. Вот любой совет, если бы он слушался советников своих, они бы ему это сказали, что он должен быть наиболее агрессивен в любых вопросах, а не выражать позицию пораженца. Пане Михайло, на завершення, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от ви зараз проговорили та про дві сторони заходу в Збройних сил України в Курську область. Це була свідома ціль показати Заходу і Білому дому в першу чергу, що в Путіна є ядерна зброя, але він в багатьох випадках блефує. Ви зараз навели хронологію висловлювань і економічний форум 22-го року. Тобто, чи це вже була супутня, яку наші військово-політичне керівництво зловило і зрозуміло, а ми ще з цим можемо показати, що нічого не буде? Да, конечно, політичне влияние именно такое. Є воєнна ціль, вона друга. А політична именно така. И она была рискованная. Ведь Путин же мог применить ядерное оружие. Мог, понимаете? Мог применить, но не применил. Мы сделали такую огромную ставку на это, и мы победили в этой ставке. То есть, вот пока сейчас кто-то там спорит, военные эксперты, правильно ли, что зашли в Курскую область, там, а может, надо было эти войска на Покровское направление отправлять. Есть такая дискуссия? Есть. Но ни один человек не сказал, что это политически неверный шаг, что политически мы проиграли. Мы на 100% победили политически, и эту победу признала 100% стран мира. Вот просто 100%. Ни одна страна мира не стала говорить, что Украина это сделала зря и так далее. Сначала Запад так взял паузу, и тут уже через несколько часов начал сообщать, что да-да, поддерживаем, одобряем, да, и самолетами летите, и все делайте, что хотите. Просто все признали это нашей политической победой. Кстати, россияне даже. Даже россияне, чего уж там. Пане Михайло, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за змістовний розклад і те, як ви все розповіли. Дуже сподіваюся, що у нас вийде якось, щоб ви більше про олігархів розповідали, про Романа Абрамовича чи інших, тому що це дуже цікаво. Дякую вам велике. Нагадаю нашим глядачам, є активна ссылка на YouTube-канал Михайла Шейтельмана. Ось тут, знизу, під відео. Будь ласка, підписуйтесь. Півмільйона, за півмільйона йде мільйон, а мільйон – це така золота гарна. Позаду вас буде стояти біля котика, прекрасно виглядатиме. Дякую вам велике. Спасибо, Ігор. До свидання. Нагадаю, нашим глядачам з нами був політехнолог Михайло Шельтеман. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на обидва YouTube-канали і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.